Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мой Сад. И сегодня пробежимся по стеллажу и посмотрим, как что у нас растет и развивается. Вот это моя эустонка. Помните, мы ее сеяли. Вот начала всходить по чуть-чуть в последнем видео. Вот такие уже зеленые росточки. Замечательные, красивые появились на свет на 9-е сутки. И вот так друг за другом буду все снимать. Что тут растут? Кипискусы, замиакулька, сура-ура, черненький у меня проклюнулся. Вот такой росточек появился. Посмотрим, сколько листочков он даст. Вот так гвоздичка уже была срезана, еще раз поставлена на укоренение. Сейчас посмотрим, где она. Вот так. Уже зазеленела, тоже дала корешки. Дальше продолжил. Это бугенвилли. Уже вот такими корнями есть. Кто-то из парничка вышел бодрячком, а кто-то вот так вот. Видите, тугарта нет, хотя корни хорошие. Поэтому бугенвиллия страдает. Даже при пересадке ей нужно делать, даже если она с хорошими корнями в парничке была, нужно делать еще раз парничок. Так. Вот так, что у нас тут дальше? Диплоденьки. Вот, с корешками. Ну, то есть то, что у меня открытое стоит, это уже все с корнями. Так, что у нас здесь? А здесь у нас дихондрочка. Вот магазинная, зеленая. Посмотрите, как она вот уже зеленеет. Так, серебристая вот тут одна магазинная взошла. Ну, и начала моя всходить. Потому что семена у меня не обработанные. И поэтому... Только-только вот начинает, семечки набухли, это говорит, что процесс идет. Ну, вот так вот, ну, еще только-только начинается процесс. Серебристые, это серебристые, засеребреют они не скоро. Они рождаются все зелеными. Накрываю, проветриваю. Проливайте максимум, у кого есть привикуром, чтобы не было плесени, черной ножки. Так, ну вот это моя красавица Бьянка. Такая красивая. У кого есть кашпо в виде головы, вот такая шевелюра была украшением вот такого горшка. Хочу такой себе приобрести и воплотить свою мечту. Ведь я же еще парикмахер немножко, имею свидетельство образования. Вот. Поэтому стригу постоянно свои растения. Вот эти коллизии уже подстригла еще раз. Потому что они растут и растут и растут. Видно, у меня рука легкая, множится и множится. Вот так вот. Черенки с одного растения дают разные... лепесточки. Вот так вот. Красота. Розовая пантера тоже, посмотрите. Класс, да? Ну, растет же. Растет же. Розовеет, зеленеет. Все ей нравится. Ну, вот уже несколько рядов. Ставятся у меня растения, а здесь у меня еще неукорененные буги, бугенвиллии стоят. Как укоренятся, обязательно их вытащу. Так, у меня тут растения даже с ценниками есть, но это просто палочки, я их использую для рыхления. Ценники с осени, это вот маточники компанул. Протеншлага белая, вот что-то не хочет она расти, вот не развивается вообще, в одной паре находится. Это у меня биколорчик махровенький. Вот такой зелененький. Клеща я поборола. Я рада. А это пинг. Аданса. Не пинг, а пурпу. Новый сорт. Вот, набирает цветение. И действительно, ну честно, клеща нет. Спасибо ТПке. ТПке я пользовалась. Я просто бутылку поставила. И каждый день, в течение, наверное, 5-7 дней, недели, я использовала его постоянно. И
все, при опрыскивании растений, утро, вечер. И клещ, ну, куда-то он сбежал от меня. Не понравилась ему эта кормежка такая. Вот. Ну, вот эти вот сухие листики, я почти их не убираю. Накомпанул их, стараюсь не трогать, не дергать их, потому что они очень ломкие. И вот только дернешь вот эту веточку, и прям полностью отваливается пол растения. Поэтому не трогаю лишний раз. Поставила воду на укоренение компанулки. Пусть растут. В том году они у меня замечательно дали корешки в воде. Ну а в грунте, конечно, их стоит очень много. Корешочки уже дали. Это жених простой майя. Ну, то есть они уже с корешками. Попытаюсь их оставить без вот укрытия. То, что падает, надо крышки мыть, конечно, постоянно. Но они сопротивляются. Сразу листву свою опускают. Поэтому даже если живут они у меня вот так вот, вот в таком виде, все равно пленкой прикрываю. Где-то что-то укоренилось. Вот. Да, тоже вот укоренилось. Это биколорчик простой, берлин. Мы все равно пленкой докрываем. Ну вот, очень много компанул. Продажа. Вообще думаю, что будет только у меня все это будет весной. И тут вот еще есть. Поставила вот так на укоренение агерантерум. Это карамелька. Black Mamba. Это что из петуник? Вот так карамелька растет. Агерантерум. Вот имеет вот такие корешки. Ромашечки у меня. Кремового цвета, махровые, мелкие. Это ампельное растение, кто не знает. Также ампельное растение. Яснотка зеленчуковая вот так укоренилась. Ледяное небо вот так у меня одно пока. Тьфу-тьфу-тьфу. Кормление микроэлементами, поэтому они у меня замечательно себя чувствуют. Вот такие зелененькие, пока я не вижу никакого вируса, все окей. Вот, это фанфара. Так себя чувствует калиброшка. Ну вот они растут, я их тут пересадила. Хороший грунтик. Ну вот, никто ничто не пробегает мимо. Они в кислом грунте. Им хорошо. Вот. Еще там осмокота добавила им. Сейчас найдем корешок. Ну где же корешки? Но не хотят еще показываться. Но пересадка им понравилась. Зелененькие, бодренькие. Тьфу-тьфу-тьфу на вас. Вот бакопочку уже обрезала. Опять наросла. Вот поставила ее на пол. Она тут у меня зеленеет. И прям так чувствуется, что там есть корешки. Вот пытаюсь ее вырвать, а нет уже. Не дается. Но вот с Алису у меня вообще прям беда-беда. Прям плохо ему. Вот здесь. Ну, принцесс то же самое. И в том году он у меня сидел в прохладе. Ой, под пленкой до весны. Ну, весной попер, конечно. Ну, вот что-то не так. Не все растения одинаково себя чувствуют в комнатных условиях. Вот такая у меня Римочка. Это уже начеренкованные черенки от Елены Юрченко. Помните? Вот такая Римка. Красота! Корешки растут, растение зеленеет. Ой, не знаю, я не вижу пока никаких жучков-паучков. А теперь посмотрим на вербенки. Давайте откроем крышечки и посмотрим. Какие же они красавцы. Ну, я вам все их покажу. Это разные сорта. И вот тут вот, вот так вот. И вот так вот. Сейчас крышечки убрать. И вот так вот. Вот так вот. Ну, это желтоватый, ничего. А это вот белое. Ну, вот вы посмотрите. Это вообще шикардос. 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 Мне нравится. Это розово-белое. Тоже корешки там были. Были-были. Вот видно их. Стараюсь во влажности держать их. Так им больше нравится. Ну и ладно. Я не сопротивляюсь их желаниям. Вот так у меня взошел львиный зев. Ну ничего страшного. Сейчас подтянется. Я его углублю.
низкий махровый львиный зев. Вот вообще, видите, 1-2 там потихонечку что-то сходит. Вот так, такая схожесть. Мадам Баттерфляй. 10 из 10. Начеренковала еще я диплодении. Но им не очень нравится. То плесневеют, то лишь желтеют, то отваливается, то гниют. Убираю. Ой, выбраковываю. Проветриваю. Пляшу. Танцы с бубнами. Лезгинка. Вот такая хорошенькая стрептокарпелла. Такие корешки. Пересаживать уже нужно. Пересаживать. Сегодня нет цветочков. Ну вот, вчера был цветочек тут у меня. Помните, кактусы какие были страшные? Я их забирала. Сейчас они растут, растут. Прям вообще. Оказывается, они не колючие. Совсем не колючие. Такие хорошенькие. Замечательные мои кактусики. Вот, уже тоже надо делить по-хорошему. Тут два в одном. Вот, он как заваливался, так и заваливается. Но растет. Не думаю, что они так быстро растут. Им очень понравились мои условия. Вот так. Вот еще немножко калибрушечки. Калибрушку почеренковала в кислый торф. Агробалт. Кислый. Зеленый который. Ну и напоследок покажу вам вот такое замечательное укоренение. Это махровенькая, вечно цветущая бегония. Вот хоть от любую вытаскивай, вот такие корни. Вообще никаких проблем. Поливать особо не надо. Вот, вот красненькая тоже. По 2-3 черенка делала. Вот замечательно-то. Какая красота. И лист у них такой, и не в точечку, и не в дырочку. Ой, просто прелесть. Сейчас он такой зеленоватый, вообще он бронзовый, бордовый. Будем опять делать, сочетать его с вербеником манечным. Вот такая мята. У меня получилось запах обалденный. Сейчас чуть-чуть пошевелила. Красота. Лепота. Узоры, узоры. Вот. Поделилась, показала, как у меня идут дела. Цветочники и рассадники работают круглый год. Постоянно. Просто рабочее время сокращается с 14 часов в день, как это в конце мая, в июне, до 2-3 часов. Но это ежедневный труд. А напоследок я вам покажу вот эту красавицу. Это Уайтфилдия. Цветет. Вот такая красота.